Дубосар и мемориал славы. Накануне здесь собрались ветераны гвардии Дубосар, Тирасполя и Рыбницы. Отмечали дату в истории. 33 года назад образовали 4-ю роту Республиканской гвардии. В ней служил Сергей Рачинский. В 91-м был водителем дорожного предприятия. В гвардию записался одним из первых. В 92-м стоял на блокпосту у Дубосарской ГЭС. На тот момент сложная обстановка была. Каждый день обстрелы. Гибли наши друзья. Сегодня пришли, да, вспомнить друзей боевых. Гаврич, лучший друг мой, погиб, Сергей. Ну и всех я знаю, кто здесь лежит. Почему пошел в гвардию? Не хотелось жить под румынами. Деды наши, отцы, некоторые прожили, пережили, вернее, вот эту оккупацию во время Отечественной войны румынами. И нам как бы с румынами не по пути. Поэтому мы и пошли защищать свой город родной, Дубосары. В феврале 92-го Дубосарскую роту преобразовали в батальон, а в марте уже были бои в Дубосарах. На защиту города встала вся республика. Геннадий Буряк служил в первой роте Тираспольского батальона. Воевал на Кошницком направлении. Его высота 127,5. Весной 92-го его ранили в бою. Когда меня ранило... Меня вот увезли в Тирасполь. Там остался вообще один человек на сопке. Он сказал командирам, которые пришли: раненых, убитых забирайте, оружие остается здесь. Вот один сержант стоял, и все, один. Шептифрас Сережа. И Копай Гора, он был в секрете тоже. Он тоже один, он даже не знал, что он там тоже один, что там уже сверху никого нет. Но он стоял до конца, все, молодец. На Дубосарском направлении погибли почти 160 защитников Приднестровья. 14 из них – гвардейцы. Ветераны возложили цветы к могилам всех погибших.